Своеобразное учение устроил жителям Новокузнецка. Местный пранкер, он пугал их муляжом взрывного устройства. Молодой человек выложил в сеть видеоролик, где он за рулем мотоцикла подъезжает к автобусным остановкам и бросает под ноги людям нечто похожее на бомбу и скрывается с места. По словам автора идеи, так он проверял бдительность людей. Прохожие, судя по кадрам, такому розыгрышу были не рады. В основном жертвами пранкера становились женщины. Все первым делом стремились скорее покинуть место, куда был брошен муляж. Им, кстати, оказалась обычная коробка из-под обуви. Пока видеоролик набирает просмотры в социальных сетях, в полиции на это никак не отреагировали.